Сегодня в команде «Утро добрых дел» я, Надежда Семендяева. Я снова работаю одна, все потому, что задание у меня будет несложное, но очень-очень нужное. Рядом со мной Людмила Сергеевна Сорокина, у которой мы уже были в гостях, которую мы очень-очень любим. Людмила Сергеевна, расскажите, почему вы сегодня нас позвали? Я сегодня сильно плохо чувствую, недомогаю. Вот. Ну, мне надо пропылесосить стенки, телевизор отрегулировать, он плохо идет. В гостях у Людмилы Сергеевны команда «Утро добрых дел» уже была. Мы расстались с настоящими друзьями и обещали в трудную минуту прийти на помощь. И сегодня мы снова у нее в гостях. Людмила Сергеевна не может сама настроить свой новый телевизор. Коротает время, разгадывая кроссворды, но из-за проблем со здоровьем такой досуг только вредит самочувствию нашей героини. Да я не часто гадаю. Я раньше любила гадать, а теперь не гадаю, потому что давление поднимается от напряжения. С глазами у меня один глаз оперированный, он вообще хорошо видел, а второй почти не видит. И у меня нету сочетания. Чтобы отдых перед телевизором в целом и просмотром телеканала «Енисей» в частности был особенно приятен, я решила заодно сделать в гостиной генеральную уборку. Протру пыль на всех шкафах, приведу в порядок библиотеку и освежу хрусталь. У меня даже появились помощники. Тимоха, Тимоха, ты помощник, что ли, мой? Помогать приходишь или мешать? Я так и не поняла. В завершение работы я убираю ковер и рассказываю Людмиле Сергеевне, как самой настроить телевизор. Надо обязательно войти в меню. Меню – это вот эта кнопочка, нажимаете. Людмила Сергеевна, посмотрите, вот сейчас какое-то время будет идти автонастройка каналов, потом у вас проблем не будет. Да. А вы запомнили, как сами сможете себе помочь в случае чего? Все, помогу сама. Буду включать и выключать. Все, я поняла. Вот приезжайте к нам еще. Нам надо со светом разобраться. В коридоре не горит. Если наш герой говорит, что у него несколько сложных вопросов, которые требуют решения, это значит, что команда «Утро добрых дел» вернется к нему и не один раз. И мы обязательно приедем снова к Людмиле Сергеевне, чтобы отремонтировать светильники в прихожей. Помните, мы умеем все. Наш телефон 233 11 66.